Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И сейчас у нас в игре есть вот такая вот рулеточка на огромные сюрпризы. Целых 13 контейнеров здесь можно себе забрать, пооткрывать их и достать оттуда себе что-то годное из тачек, либо получить компенсацию голдой. Я на основном аккаунте все никак не могу пересилить себя для того, чтобы начать ее крутить, но огромное спасибо нашему Тимуру, уже постоянному спонсору канала в виде видосов с открытием всякого рода контейнеров. Тимур, спасибо тебе огромное за то, что присылаешь свои видео. И Тимур этих 13 контейнеров на видео открыл. Давайте посмотрим, что у него с этого получилось. Я увидел только, какой первый контейнер, точнее, на какой танк первый контейнер ему выпал. Ну а что конкретно выпало из самого контейнера, специально не смотрел для того, чтобы сделать это вместе с вами. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Итак, первый контейнер. И из первого контейнера, как я говорил, я знаю, что выпал контейнер на объекта 260-го. Будет тачка? Нет, 5000 голды, но в целом старт довольно неплохой. Я потихоньку буду записывать голду и танки, которые будут выпадать. СТРВ-74А2, ну лучше голда, честно говоря, нежели танчик, как мне кажется, 750 золотом. Тут Тимуру повезло, вопросов нет. Что следующее? Объект 907, крутая машина. Будет танк или будет золото? 5000 золотом. Блин, обидно, конечно. 907 машина очень интересная. Эмиль 1951. Пускай не самый крутой танчик 8 уровня, но почему бы и нет. И нет. 1500 золотом. Но слушайте, голда-то возвращается потихоньку. ВЗ-111-5А. Коллекционка 10 левела. Дропается? Нет. Нет, 5000 золотом. Ну слушайте, за десятку, честно говоря, маловато компенсация. Мне кажется, 5 косарей. Но все равно лучше, чем 0. К-91, еще один крутой танчик, но уже девятка. 1750. За девятку вообще очень грустная компенсация получается. Бадгер. Бадгер, десяточка. Десятка на кону и что? Нет, блин. 6500. Реально, ни одного танка до сих пор не выпало. Крушак. Дай хоть крушака. Ну, давай. Давай крушителя. Ё-моё, 1000 золота. Объект 452К. Многим выпадает эта машина, на удивление, с контейнеров. И да, вот вам, пожалуйста, объект 452К приземляется в ангар. Первая тачка, ну мало, мало, честно говоря, как мне кажется. TL7120 на твинке у меня выпал. А что здесь? 1750 золотом. Ну слушайте, я тут записываю голду, и тут не кисло получается уже, даже навскидку. СТРВК, коллекционная десятка, очень крутая машина в умелых руках. И да, блин, ничего себе, чувак, ты фартовый. Выбил себе девятку, десятку. Вопрос только в том, сколько ему это обошлось по золоту, но это я потом посчитаю. Будет акула или нет? Нет, 1500 голды. Нет акулы, к сожалению. 907 объект. 907 объект. Ну давай, хотя бы сейчас выпади. Нет, 5000 золотом возвращается. И это все, да? Да, ребят, это все контейнеры. Ладненько, я сейчас возьму паузу на пару секунд, посчитать, сколько это обошлось по голде и что получилось. В общем, ребят, что вышло по контейнерам и что получилось по машинам. Итак, что было получено? Был получен СТРВК в голом состоянии, но как ни крути, а денег он стоит. Я оцениваю его вполне спокойно в 17,5-18,5 в голом состоянии. Это однозначно. Что касается объекта 452К, то эта тачка, по моему мнению, своих, грубо говоря, 12 тысяч золота в голом состоянии тоже стоит. Ну а что было потрачено? Я не знаю, что конкретно Тимур получил из всех вот этих остальных контейнеров. В целом вся рулетка, все прокруты стоят 40 тысяч голды. Я решил от этого и отталкиваться. 40 тысяч золота было потрачено, чтобы забрать эти контейнеры. Вернулась назад,
34 750. Это говорит о том, что суммарно из копилки Тимура, если из этих контейнеров ничего ему не выпало из голды или из танков, было потрачено 5250 золотом. За 5250 забрать объект М452К и СТРВК 10 уровня. Ребята, разработчики, дайте мне, пожалуйста, два таких набора. Я с удовольствием потрачу свою голду с основного аккаунта. Не знаю, ребят, как для вас, а для меня все тяжелее и тяжелее сдерживаться в отношении того, чтобы не крутить данную рулетку. Вам не рекомендую крутить рулетку. Принимайте решение самостоятельно. И многие писали по поводу того, что не окупились в данной рулетке. Поэтому данное видео не воспринимайте как рекламу этой рулетки, а просто информационное видео по поводу того, кому что периодически выпадает. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам неимоверного фарта в рулетках и контейнерах, если вы все-таки их открываете. Ну и обязательно мира и спокойствия. Всем пока-пока.